Привет всем! Дровосек вот такой, радиосистема R300. Теряется. Вроде бы синтезатор все показывает. Но сейчас я его выключу и включу. Когда он заводится. Там у меня шипит сканер рядышком. На сканере тоже пропадает. Вот к антенне подношу, что-то оно тогда чувствует. Если засинхронизировать еще раз через окошко, то он как бы появится. Вот здесь все хорошо. Батарейка почему-то быстро садится. Вот такой первый осмотр. Опять же, на нашей заполочной альтушке, которая исправна. Иногда он все-таки видит база его. Надо разбирать, смотреть, что там с ним внутри случилось. Пытаемся разобрать. И найти... Что с ним такое? Дробилось. Теперь это выглядит вот так. Сейчас внимательненько просмотрим, что же у нас тут происходит. Так, сейчас мы включим. Теперь надо базу подключить. Очень дохлые разъемчики вот эти. Особенно ответная часть. Вот она, вот это уже вот выломана. Но она тут не сильно функциональная. Земля. Можно и проводочек. Тем не менее. Да, одноразовая сборка. Как бы не рассчитанная. Но... собирать, разбирать. Большие подозрения у меня на кварц и его обвязку. Промывка, прогрев, пропайка кварцев и в итоге замена кварца. Промывка, просушка, прогрев, феном, замена кварца вместо вот этого. И в итоге мы получаем устойчивую несущую. Надо сказать, что кварц очень вовремя вышел из строя, хотя это, видимо, все было связано. Дело в том, что под кварцем есть переходное отверстие, и оно закоррозировало. В итоге кварц перестал устойчиво работать. Ну, а потом он, наверное, может быть, привык уже, что он плохо работает. И он сам по себе. Я отверстие восстановил, но несущая все равно пропадала иногда. Заменил кварц и все на этом. Надеюсь. Сейчас соберу, проверю. Ну вот, окончательно проверим. Все теперь хорошо с ним. Можно отдавать в работу.